Почти весь жилой фонд России готов к зиме. Об этом было заявлено на совещании в правительстве. Обсуждали, как проходит отопительный сезон. Повсеместно созданы значительные запасы топлива, они выше нормы. Главной проблемой остается вопрос с долгами по оплате услуг ЖКХ со стороны потребителей, как граждан, так и коммунальных предприятий. Однако в целом ситуация находится под контролем. В целом тепловые, водопроводные, электрические сети к отопительному сезону готовы. В течение года ветхие и аварийные сети ремонтировались, заменялись на новые. Причем по этим показателям планы во многих регионах даже перевыполнены. То есть готовность лучше, чем предполагали. К зиме подготовлены практически абсолютно все жилые дома. То есть более 8,5 миллионов таких домов. Почти все регионы, кроме нескольких, с этой задачей справились в полном объеме.